Закони міра аніме сурові. Длінна рука правосуддя тягнеться кожному, хто сміє нарушити непісані правила японської анімації. І якщо тебе забули зрителі, приговор не заставить себе довго чекати. Суд лише формальність перед тюрмою. Это история про забытых персонажей, которые живут надеждой когда-нибудь выйти на свободу и сняться в ремейке. Это история про одну Тедзукой забытую камеру. В камере свои сроки мотают. Фредди из аниме Кромати сидит тут со времен выхода сериала. Сериал так и не стал популярен, и Фредди попал в тюрьму сразу после съемок. Вульфуд из Тригана, Шинкай из Гос Планет, Гатс из Берсерка, Шинджи из Евангелион.
Ну что, все, что ли? О, Шу! Ребил через плечо! Такие дела, как Евангелион, забывать нельзя! Да, собирайся! Давай, приди! Пока! А меня же не выпускают! А ты, сладенький, еще посидишь, на тебя нарядов не было!